сегодняшнего дня Софья Петренко – дипломированный ветеринар. Но работать она будет отнюдь не в городской клинике. Профессиональная карьера девушки, которая родилась и до сих пор жила в Барнауле, начнется в селе. Я готова, да, поехать в село, попробовать начать свою карьеру с такого опыта. Мы работаем со свиньями вообще. А крупным рогатым скотом я тоже работала. Это несложно, в принципе. Со свиньями даже намного легче. Так что я не боюсь трудностей. Если для городской девушки перспектива работы в селе не кажется пугающей, то для выходцев из деревни тем более. Один из таких – особо отличившийся студент Дмитрий Ермаков. За работу в сельхозпредприятии ему обещают определенные преференции. Профессия агронома востребована очень сейчас. И зарплату предлагают хорошую, и условия нормальные, жилье, и автомобиль служебный. Всего в этом году трудиться в село отправятся 10 выпускников. Все они прошли отборочный конкурс на получение работы и денежного сертификата. Ежегодно на такие цели из краевого бюджета выделяют около 10 миллионов рублей. Но по сравнению с прошлым годом, в этом сумму подъемных для бывших студентов увеличили в 2 раза – до 300 тысяч рублей. Правда, получив господдержку, выпускники обязаны отработать в деревне минимум 5 лет. Ирина Харитон, Николай Шелко, Зоя Хушвактова. Наши новости.